Московская набережная активно готовится к предстоящему сезону. Какие ведутся работы, узнала наша съемочная группа. Вот таких луж после дождя на асфальте быть не должно. Исправлять ошибки подрядчик начнет в ближайшее время. Верхний слой асфальта снимут и положат новый. На парапетах волноотбойников после покраски появились микротрещины. Их уже устранили. Это просто декоративное ограждение на сегодняшний день. Оно имеет свойство при погодных условиях, скажем так, естественную деформацию небольшую, ну и появление, естественно, в местах покраски микротрещин. Ну, это нормальное явление, ничего там такого нет. Посмотрим, как будет себя вести в течение летнего сезона. Может, просто сделаем также расшивку, чтобы была деформация, и все, и будет просто покраска без штукатуривания. Уже несколько месяцев на набережной идут инженерные работы. Сейчас подрядчик устанавливает ливневую канализацию, делает основание под дорожное полотно. Эти работы предусмотрены вторым и третьим этапом реконструкции. Непосредственно ведется наблюдение ежегодно, соблюдается гарантия по выполненным работам, которые, естественно, выполняются в срок, поставленный заказчиком. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.